Всем ураган, с вами привет, и сегодня вместе с Олегом мы летим играть в CS 2. Главную суть ролика я ему не рассказывал, поэтому все, что он знает, это то, что я буду платить ему 500 рублей за каждый килл с определенного оружия. Ну а в самом конце я ему дам выбор, либо он забирает всю сумму, которую настрелял за катку, либо он открывает два случайных кейса, где есть очень дорогой дроп. Не забывайте подписываться на канал, потому что нам осталось совсем чуть-чуть до соточки, задерживать не буду, погнали! Олег, смотри внимательно, в прошлый раз у меня был чупикс, и я ему давал 500 рублей за каждый килл с нового Зевса, но так как ты очень сильно любишь диглы, сегодня давать тебе 500 рублей за каждый, абсолютно любой килл с дигла, можешь даже убивать и в голову, куда угодно, самое главное, чтобы этот килл был с дигла. Я надеюсь, ты реально денег у нас сегодня много заберешь, ты с пачки все, убегает уже вовсю. Давай, Олег, я в тебя очень сильно верю, давай иди убивай, подожди пока. Ну не убивайте! Олег, вот сзади! Ну он убил, ну нет! Ай, я хотел на нож, ну да ладно. Ну, капец, не повезло. Просто первые 500 рублей улетели максимально быстро, да, Олег. Да вообще замена. Ну прикинь, это если... А у нас короткая или длинная запущена? Это короткая, короткая. Шансов у тебя мало. Ладно, хорошо, то есть в теории я могу делать каждый раунд по 2500 рублей, если буду убивать прям всех, да? Ну это ни хрена себе! Ну давай. Но нужно быть реалистом, как бы, да? Поэтому... Я очень надеюсь, что ты вот так вот будешь делать, потому что, ну, челлендж простой, деньги легкие. А я вообще никого не убью. Это будет очень обидно, честно тебе скажу. Ну, Олег, нет! Ну ты чё? Ну нет! Я не знаю, что делать. Ну, даже я убить не могу. Ну, какое-то давление слишком жесткое, да, пошло? Вот типа их... Ну капец. У меня столько ассистов. У меня ноль ассистов просто. Два ассиста реально. Мы чисто сегодня так, Сири такие, помощники маленькие. Сейчас все будет хорошо, смотри, сейчас все будет просто отлично. Очень сильно надеюсь, вот реально. Короче, я иду сейчас в нижнюю темку, смотри, первого кого вырубаю, это тип на миду, смотри. Хорошо. А можешь тиммейта убить, у тебя три попытки как бы есть. Это нечестно, это некрасиво, это не спортивное поведение. Это честно, но некрасиво, правильно. На миду есть. Давай, твой шанс. О, первый килл есть. Второго можешь забрать еще. Давай, Олег. Еще один. Двое даже. Ну ладно, первые 500 рублей ты забрал, молодец. Найс. Ну, у наших типов вообще... Смотри это. Это типикал дигл. Но смотри, один килл реализован, так сказать, да? Поэтому вообще все хорошо, все в порядке, как говорится. Ну сколько ты хочешь денег забрать за сегодня? Вот, ну плюс-минус. Ну не, ну миллион ты точно не сможешь забрать. Все твои деньги заберем, все. Все, меня грабят. Давай, я тебе флеш накидываю жесткую. Накину. Олег начинает давать уже свои первые киллы, и чисто по секрету я вам просто хочу показать, что у нас будет лежать в боксах. Допустим, в первом боксе у нас вообще пусто. Во втором уже пушечка за 250 рублей. Тут за 4000, за 2000. И вот здесь находится ножик почти за 20 тысяч рублей. И если Олег его выбьет, то я точно знаю, что за ним я пойду на такой сайт, как GG Drop. Ведь там огромное количество кейсов, которых можно достать очень привлекательный дроп. Ну а именно для вас сейчас проходит пиратский ивент, где за выполнение заданий от капитана вы зарабатываете монетки, которые в дальнейшем можно обменять на реальные скины. Также на сайте есть наши любимые режимы по типу апгрейда, контракты. И самое главное, здесь можно найти еще халявы, ведь есть барабан бонусов, в котором ты можешь выбить абсолютно все вот эти вот бонусы. Ну а если тебя заинтересовал сайт, то в закрепленном комментарии под этим роликом ты найдешь ссылочку на него и мой промокод ураган, который даст тебе 11% к пополнению и бесплатный прокрут в этом барабане. Давай я тебе помогу, вот так вот сделаю. Не надо, ты... А может мне начать тебе мешать? На просвет даем. Один за... Ой, голландским стоит, испанским, не помню, как он там называется. Вон он торчит, собака. Убили, украли. Я возьму шарт. Я чуть своего сейчас не убил. Ладно, я шарт... Ай, двое сити, один шорт.
Олег, давай, твой шанс. Ну нету, как? Ну на ходу. Он просто тупо ставит на ходу. Он просто тупо ставит на ходу мне Сэмки. Ну нормально вообще? Олег, давай, соберись. Ладно, ну типа два. Ну косарик есть уже, все. Ну косарь есть, но этого мало. Очень мало. Так, еще погоди, у нас еще впереди много раундов. Ну как много? 4-11 раундов у нас, Олег. Ну нормально, смотри, если я в каждом раунде буду делать минимум по одному киллу с дигла, то это уже 5000, как бы. Поэтому это как бы математику включай, как бы, да? Хорошо. Давай. 5000 он захотел. Ты два раунда никого не убивал. Давай, сейчас запушит это фрикил. Надо убить, надо убить, надо убить. Найс. Найс. Давай хаешку дам, убьешь. Дал хае. Я дал. Давай, давай. Где килл? А я пойду пока... Ой-ой-ой, как все плохо. Ой, ай! Не успел уйти. Ну, да. Еще один килл есть. Ну, это вот, прям, видишь, ну, хорошо. Я минимум по одному, в одном раунде по киллу уже даю, поэтому нормально. Стабильность. Все понятно. Опа. Курьер приехал, секунду. О, уже заказал на деньги, которые выиграет вот в этом челлендже. Ух, ладно, надо собраться, надо реально собраться, надо поднатужиться, надо подсобраться, надо просто... Давай, Олег, верю в тебя, ты сможешь сделать абсолютно все. Опа, а я пока по стилю фраги, в минуту а еще не вижу. Ой, найс. Один в сайте сидит, на. Давай, Олег, беги, убивай. Ага, ага. Найс! Найс! Еще один килл! Блин, реально стабильненько идет, смотри на него! Вот, вот, 2000 уже есть! Охренеть, он собирает денег! Что-то надо было реально сложнее делать челлендж для него. Причем, заметь, я 3 килла дал в голову, как бы, да, только 1 килл у меня был тело, так что, как бы, ну, нормально, слушай, ну, пока. Ну, вот надо, вот в следующий раз надо что-то реально сложнее тебе придумать. Так, ну, мне надо постелить фраги. Ну, вот по типу такого. На миду? Давай, Олег, убивай вовсю. Оп, шот забрали. Олег, я иду воровать фраги. Уже фрагов... Ладно, хотя бы раунд наш, поэтому нормально. Легкая победа. Не, ну нормально, я у Олега, так, ну сказать, 6 киллов подстилил. 2000 рублей, это, конечно, ну, нормальное количество. Но секрет вы знаете. Давай, я пока шорт смотрю. О, шорт бежит. Не бежит. Олег, давай убивай. Ай. Нет. Ураган, не делай этого. Ладно, давай, 2 кило оставляйте. Нижняя темка, Олег. Ну как? Это такой ужас. Это просто забей вообще. Я просто типа не убил. Он даже не... Ну, господи. Нормально, ну раунд это? Зато взяли. Нет. Что-то подводишь как-то себя. Не да дал кил в этом раунде, Олег. Не лить, я говорю, без разминки зашел, без ничего, сразу такие челленджи кидать. Это в моем стиле. Главное, хотя бы киллов 10, да? Сколько у меня? 4? 6 киллов надо еще дать, короче, нормально, с кайфом. Это, короче, 6 киллов, 5000 рублей. Ну да, да, да. Надо хотя бы пятерик просто забрать, да, тогда вообще будет с кайфом, реально. Тогда можно и спать лечь. А может и бы, не знаю. Ой-ой-ой, да, нижняя. Олег, давай, твой шанс. Как их... Олег! Мы забрали килл. Я очень сильно верю в то, что ты сейчас убьешь, ну, хотя бы двоих. Кто у нас загнал вышел, там же огонь. Я не понимаю, как это работает, ну, стиль. Нормально, Олег, не расстраивайся, еще раунды есть. Тут сколько, 5 раундов им надо выиграть, 5 раундов надо выиграть нам. Все хорошо пока что. Ладно, нормально, 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 нормально. Главное 6 киллов дать и все, и чисто с кайфом. Ну, все, уже 6? Нормально. Ну, всего еще 6. Еще 6, было 10, да. Сейчас, короче, я знаю, что я сделал. Я знаю. Главное, чтобы они сейчас нижнюю темку пошли, я в уголку стану там просто и все. Да, план бомба. Сработал как швейцарские часы, отвечаю реально. Он гениально все делает, клянусь. Я занял позицию. Ну не убивайте. Я вообще никого в нижнем не слышу. Но они, скорее всего, типа лонг, они да, лонг идут. Пошли. Ну не убивайте моих, пожалуйста. Ну, там один прошел. Ай, больно, дал. Давай, Олег, ты сможешь. Я ничего уже не смогу. 4 килла, 4 шанса, 2000 рублей. Ну смотри, что ты один делаешь, машина, да? Один машина. Да. У меня все еще хуже, я просто не попадаю. Что-то все плохо. Ладно, сейчас нормально будет, сейчас реально будет нормально, смотри. Давай. Пробуем такую же тактику. Мы пробуем такую же тактику, сейчас все будет хорошо. Я буду все играть, типа. Сейчас просто вниз нельзя сядем. Здесь не прочекают просто и сядут. Давай, я тогда мид тебе смотрю, чтобы тебя с мида не убили, а ты иду в нижнюю. Что-то под Б есть. Не? Не, опять пода идут. Не, опять лонг пошли.
О! Ну зачем? Фигуафочка встала. Ну, Олег, еще три шанса есть. Ну давай, ну ты же понимаешь. Да ты мои деньги будешь забирать. Ну не убивай. Я тебе что сказал? Давай, Олег. Олег! Я того все просто. Я просто. Я ни разу по нему не попал. Я просто не попал по нему ни разу. Ну что это такое вообще, а? Ну это ужас, реально. Как же я забираю его деньги? Олег, ну давай уже! Ну что мы на одном месте-то сидим? Я верю, да ты сможешь. Убить. Ну не получается. Ну, Дигла! Я же специально Дигла выбрал. Я каждый раунд иду в нижнюю темку. Они не идут туда, они идут. Ну вот сейчас должны пойти, давай. Вот одного здесь убил, возможно. Олег, умница. Он его забрал. Най! Умница! Иду помогать. Я с тобой, Олег. Молодец! Полтора косаря. Охренеть за раунд! Сколько он забрал! Полтора косаря за раунд! Молодец! Это получается, в общем, ты уже забрал на 7, если умножать. Сколько будет, Олег? 3,5 тысячи уже забрал. 3 кила еще и все, и просто в шоколаде, реально. Блин, у меня уже начинает что-то поджимать, потому что я думал, что Олег даст, ну, кивов 5. Я вот, ну, честно, я был готов 2500 отдавать, ну, ё-моё. На миду есть. Ой! А, ну ладно, одного хотя бы я забрал. Да... Что он делает? Еще косарь! Что, бомба у нас? Полторы тысячи сейчас заберет опять, смотри. Подожди. У тебя калаш, если что, есть. Ну, чтобы не проиграть, можешь его использовать. Не хочешь, Олег? Охренеть, 2 раза подряд он забирает по 1500. 10 килов, 5 косарей. Блядь, ты чего делаешь? Олег, это очень дохера. Это реально очень много. Это очень хорошо, это просто отлично. Он сейчас у меня просто заберет 10-ку, я клянусь. У нас еще 2 раунда, да? Блин, мне пора активизироваться, потому что он реально начинает набивать килы, а для меня это, ну, как бы, ну, совсем чуть-чуть невыгодно. Сейчас, мы кого-нибудь доубьем. Вот угомоните сразу Олега, пожалуйста. Так, угомоните его, просто убейте. Убейте, у него мало хп. Ну что же вы делаете? Ой-ой-ой, пальма один. Под Б есть, под Б бомба. Убили. А так уже всех убили. Ай, на нуле. Ой, блин. Найс. Ну я не знал, где он. Ух, нормально, хотя бы 1 раунд мы сэкономили. Чуть-чуть денег, вот прям совсем чуть-чуть. Наши вообще должны забирать. Ну вы... Уверен? Тапки, ну алё, ну давайте! Не, ну ладно, тип с авиком выглядит уверенно, реально. Ну чё там вообще? Окей, у него 5 килов, меньше всех, ну ладно. А нас реально... О, господи. Они проиграли этот раунд. Это просто, это дополнительный шанс, и там тип сейчас эйс даст. Тоже верно. Ну, уже спалился. Да уже... Найс! Спасибо тебе большое, I love you, baby, за то, что не дал еще дополнительных раундов для Олега. А, блин! Вот да, вот я хотел сказать, что ты за него радуешься, это минус раунд у тебя. Я не под... Надо, короче, оставаться одним и сливаться, понял, специально. Не тащить раунд на себе. Ну, не знаю, выйти выгодно. Сейчас попробуем сделать суперкиберспортивную тактику. Давай, какую? Нитпушем. Ага. Ну, без тебя только, скажи. Так я с тобой, мид пошел. Не. Давай, откисай, Вась. Не, нормально, я тебе помогу. Я тебе вот так вот дам. Чё? Ой, больно. Ой, блин! Найс! Так, а нет, подожди, если я сдох, это уже не найс. Я не, ну, пожалуйста, если они затащат, будет идеально. Нет. А, так это последний раунд! Нет. Это получается всего 10-ку, 5-ку отдаю. Конечно, все равно много, но не больше. А погоди, у нас же еще есть шанс про это проиграть, так что смотри. Пожалуйста, возьмите, вот ты уверенный с авиком, давай. Просто выдай сейчас весь свой максимум. О, господи, все, это, Олег, дополнительный раунд у тебя. 3-1, ну, можете потащить, да прошлый раунд затащил. Ну, смотри, ну, он против 1-1, а тут 1-3. Я в него, ну, максимально не верю. А вот если бы мы играли в длинный, ой-ой-ой-ой-ой. В длинный ты бы у меня забрал, мне кажется, абсолютно все и печень в придачу. Ладно, один шанс. А, кстати, это последний, Олег, либо ничья, либо наша победа. Поэтому сейчас ты должен напрячься максимально. Так, а давай вот так вот. Ну только моих не стелить, понятно? Ну я подумаю, Олег. Давай, я на мид не пойду, так что... А ты, ну ладно, я на мид пойду. Я пойду лонг, я ни разу лонг не играл. Охренеть, меня просто выстегнули как последний. Ну, 2 в миду есть, кстати. Что-то, мне кажется, это ошибка, Олег. Горилла, вот чел пошел пушить просто у нас. Черт проходит. Они найдут. Прям конкретно так. О, молодец. Нет,
нет. Пацаны, давайте. Не убивайте. Этот вообще завис. Ага. Найс. Ну нет. Итог какой? То, что мы Олегу отдаем 5000 рублей. Yes. Я мог больше забрать. Ну, это по факту. Окей, ничья, все более-менее адекватно. Но есть одно но, Олег. Выбирай. Ты по факту заработал 5000 рублей. У тебя есть шанс забрать деньги, но есть шанс открыть два секретных бокса, в которых есть вообще рандомный дроп. Что ты хочешь? А там типа есть что-то дороже 5000, да? Ну я скажу, да. Очень дороже 5000. Ну а есть кейсы, где нет ничего, либо пушечка за рублей 200. Блин, ну ладно, давай рискнем, мне интересно. Смотри, у нас 5 специальных бокса для тебя под именем Ураган. Смотри, у тебя есть из 5 кейсов шанс открыть 2. В одном у нас ничего нет, а всех остальных есть дроп. Его стоимость, ну, как бы, ну... Я не знаю. Блин, слушай, прикольно. Пикай. Любых два. Блин. Да, вот типа 1, 2, 3, 4, 5. Назад дороги уже нет. Назад уже дороги нет. Блин. Ладно, давай. Знаешь, что я вот прям как увидел, моя чувачка подсказала, что нужно по диагонали, короче, брать. Вот один, так. Первый и последний, короче, понял? Вот, вот этот диагонали. И вот этот. Да. Готов? Да. Первый бокс у нас пустой. Нет! Может, перепикаешь? Ты уверен, вот этот бокс? Да, да, да. А может, вот этот или вот нет, этот? Нет, 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 нет. Ты готов? Да. Смотри, там что-то красненький пиксель. Подожди. Ой-ой-ой, что так, это такое? Уже, это уже что-то. Это что такое? Это у нас 1800 рублей. Я мог больше забрать. Просто вот в этом 3700 лежит. Вот в этом 250 вообще рублей. И вот в этом готов? Да. Ой, да ладно, чего? Не, я ну мог, в принципе, я нормально это... сэкономил. Блин, какой же я лох. А так бы, если бы я выбрал пятый и третий, то я был бы даже в плюсе. Ну, типа, я, если второй ну, да. выбрал, а если второй и третий... Если второй, был... ты бы меня просто ограбил. Блин. Чуть, конечно, подвела немножко. Нет, не получилось. Не фартанул, как говорится. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Мне понравилось. Это Дигл у меня пока в бане до 6 числа, но в телеграм-канале, который будет в описании, я скину скриншот, как я отправил ему этот Дигл. Не забывай, залетай.